Не, я поставил по цвету определение. Комбат! Чехов фиолетовый, беда розовый. Отличный шрифт. Судья, где баллы? Зато в хайлайт попадет. Не знаю, какие у них правила. Я хочу сделать болевой ногу. Я хочу пройти гард. Вы желание там загадываете, что ли? Паро! Сдался. На следующий раз не прощай. Там было ущемление. Комбат! Можно время сказать? 4 минуты. Мне баллы не дали за проход, а только это вам дали. Во время схватки спортсмены могут воспользоваться следующими услугами. Пошутить 100 рублей, пошутить смешно 200 рублей, спросить, сколько осталось до конца схватки, 300 рублей. Они зарабатывают? Нет. А если рефери смеется над вашей шуткой, это бесплатно. Смотрите, билет не заплатил. Хорошо, хорош, сейчас пройдешь. Давай.
А беда об этом знает? Он не сомневается. Да! Первый раз у меня человек, который не делает. Свип. Давайте ворм, ребят. Ворм полный? А можно как заказать? Ребят, это миф. Давай, давай. Работа на ускладку. Таскивай через верх. Кто кричал 30 секунд? Давай, я, блядь, на видео посмотрю. Боря, ты сегодня 100 рублей минута. Да, да. А нам пофигу, кто платит. Можешь по времени все-таки сказать? Акил делает, Женя, акил. Не сдавайся, Егор. Че по времени, блядь, Миш? Минута! Минута! Шесть человек тебе сказали. Значит, минуты. По-моему, старая из них беда. Да, старая беда. На пенсии будете бороться. Егор, надо там засидеть. Толкай, толкай. Рейхер, я могу общее решение, чтобы unanimous decision. Сколько стоит подкаст в Рейхер? Хватайте чуть-чуть. Красаки много вставляют. Согнуй ногу, Женя, так не пойдет. Согни. Вставай, согласен. Так вот, я ему, короче, говорю, ты заебал, ты умеешь делать лайфхаки. Хорошо, я просто. Как гандон мне мог вас сделать? Не-не-не, неудобно. Хорош! Егор, как вы думаете, кто победил в этой ситуации? Дружба. Сыр? Дружба. Ну, я не могу сказать, что это было весело. Я тоже. Ты разлегся? Погода была хорошая, надо было гулять. Ладно, сыны возьми. Россия там? С повязкой. Один из парней. Как так последняя штука, которую надо решать?